Как рассказал заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов, с 2019 года муниципальное образование Кузбасса заключили соглашение с собственниками о выплате компенсации и муниципальных контрактов на приобретение квартир на общую сумму 4 миллиарда 926 миллионов рублей. На эти средства будет расселено 143 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Фактически переселено в новое жилье, либо обеспечена компенсация за изымаемое жилье в аварийном доме более 5700 человек. Расселено с начала действия программы 117 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На сегодняшний день площадь аварийных жилых помещений, вошедших в региональную программу переселения, составляет 485 тысяч квадратных метров. Это 1344 многоквартирных дома, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В них проживают 25,5 тысяч человек. С целью ускорения реализации программы Кузбассом в декабре 2020 года была защищена заявка на дополнительное финансирование в сумме 2 миллиарда 107 миллионов рублей. А в июле текущего года, в соответствии с подписанной программой социально-экономического развития с Фондом содействия реформирования ЖКХ, заключено дополнительное соглашение о досрочном завершении мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 31 декабря 2024 года. Утверждена заявка на предоставление финансовой поддержки фонда на этапы 2022 и 2023 года сверхлимита. 9 июля Кузбасс уже поступил аванс в размере 2 миллиардов рублей. Специалисты министерства на регулярной основе проводят выездной мониторинг реализации программы. Проверяется не только ход строительства нового жилья, приобретаемого муниципалитетами для переселения людей. В ведомстве отмечают, что согласно законодательству, собственникам жилых помещений выплачивается возмещение, сумма которого определяется независимым оценщиком, либо могут быть предоставлены другие жилые помещения с зачетом стоимости изымаемых. Галина Ильина, Ленинск ТВ.